Добрый день, дорогие друзья! Предлагаю вам тест-самопроверку. Кто на картинке самый глупый? Пожалуйста, взгляните на следующую картинку и решите, какой из четырех типов, вероятно, самый глупый? Выбор заключается не только в правильном или неправильном. Скорее, ваш ответ говорит вам, как вы думаете и какой вы тип личности. В конце концов, есть причина, по которой вы приняли такое решение, а не иначе. Нажимаем паузу. Выбираем. Решение. Кто самый глупый человек на картинке? Как вы решили? Кого выбрали? Как я уже сказал, дело не в том, чтобы найти действительно самого глупого или самого умного человека на картинке. В случае сомнения это можно обсуждать в течение всего вечера. Но это не часть самопроверки, которая, конечно, не имеет никаких глубоких психологических претензий. То, что в конечном итоге стоит за небольшим тестом, также можно перефразировать. То, что Петр говорит о Павле, говорит больше о Петре, чем о Павле. Какой бы путь вы ни выбрали, он может много рассказать о вас. Всем спасибо большое за внимание. Всех вам благ. Всего хорошего. Чус. Пока.